Мы жители Видово, а мы жители Видово все очень давно. И наши родители, и мы, и дети наши здесь живут, ходят в этот лес, отдыхают. И теперь здесь, 400 метров от наших домов, от наших детских садиков, школы, собираются построить кладбище. Это как? Нормально? Вас триггер. Обрати внимание, что творится. Это как? Люди против. А власти новороссийская продолжают продвигать эту тему. Когда на второй круг уже пошли, уже было сказано, что нет. А людей пытаются через колено поломать. Это для чего? Люди против этого. Нам нужен лес. Нам нужны хорошие условия для отдыха наших детей. Нам нужны парки. Парки. Поставьте нам лес!